Всем привет, немножко анекдот. Приехали как-то пожарники больницу тушить. Все потушили, главный пожарник докладывает главному врачу. Все потушили, есть жертва, 8 человек. 5 откачали, 3 погибли. Главврач раз и в обморок. Мы его подняли, дали на штыря. Он пришел в себя и говорит: как 5 откачали? Вы же морг тушили. Сижу расстроенная, подходит дочка, дает конфетку. Я ей говорю: у меня, доченька, взрослые проблемы, и этим их не решить. Она уходит, через 5 минут возвращается с бутылкой вискаря и спрашивает: а так? Всегда удивлялся, почему в сосновых лесах пахнет освежителем воздуха. Изя, и почему ты все реже и реже скарабкиваешься на меня? Сара, деточка, ты часто слышишь новости о покорении Эвереста? Засыпает муж с женой. Вдруг шкаф заговорил: ну что, твой спит? Да, вроде, отвечает жена. Ну, я пойду. Тут муж сквозь сон: куда пошел, я за тебя еще кредит не отдал. Родители сидят на диване, обнявшись. 7-летняя Леночка задумчиво смотрит на них, потом говорит: хватит обниматься, нас и так уже 5. Вася, ты такой дуб, что на тебе скоро желуди заведутся. То-то я смотрю, ко мне в последнее время одни свиньи тянутся. Всем удачи!